Сегодня я нахожусь в стране, в штате, название которого я пока не буду говорить. Давайте обратимся к географии. В каком государстве существует деление на штаты? И вообще слово «штат» какую у вас вызывает ассоциацию? Лично у меня слово «штаты» вызывает ассоциацию только с одной страной, с Америкой, Соединенные Штаты Америки. Даже в названии этой страны есть уже само название «штаты». Административно-территориальное деление страны. Штат является как раз вот этим административно-территориальным, территориальной единицей. В Америке 50 штатов, но я сейчас нахожусь не в Америке. Я нахожусь в стране, в которой всего 28 штатов. И эта страна, конечно же, Индия. И я нахожусь в штате, который называется Гоа. Гоа – штат самый маленький по территории. Это бывшая португальская колония на территории Индии. Здесь население полтора примерно миллиона. И это относительно других штатов по населению. Этот штат находится на 26-м месте. Штат Гоа упоминается в эпосе Махабхарата. Он там называется несколько иначе и в переводе на русский обозначает «страна пастухов». Таким образом, я нахожусь сейчас в штате Гоа, в государстве Индия, в стране пастухов.